Интересно даже. Так, ну чтоб тебе было без напряжения. Вот так хорошо. Да, ну хорошо, хорошо, так нормально. Только знаешь, что ли? Так, ну ладно. Подвижности, такой какой-то экспрессии. Главное здесь экспрессия. И она как бы, так сказать, я как бы застыл в самом каком-то таком моменте, какой-то суд, какой-то странный. Thank you.
Поэтому я и пишу так неистово, потому что мне нужно успеть войти перед смертью, войти в бессмертие. Еще очень много для этого надо сделать. Последний автопортрет самый сильный, потому что я совершенствуюсь прямо вот сегодня.